Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Галина Данчикова провела личный прием граждан в региональной общественной приемной партии в Якутске. В ходе работы федеральный парламентарий рассмотрел ряд насущных вопросов жителей региона, касающихся благоустройства села, строительства социально-культурных комплексов, вопросы по созданию Координационного совета по инклюзивному образованию. Также заявители высказали предложения по законодательным инициативам, которые депутат пообещал изучить. Я очень благодарен Галине Никитиевне, что именно в первый свой прием она пригласила нас именно с таким важным вопросом для детей наших республики, для детей с проблемами здоровья нашей республики, именно развитие инклюзивного образования в республике Саха-Якутия. И она все поставленные перед ней вопросы, будь то создание совета, именно в который входили именно заместители министров основных министерств, она поддержала. И наказы Государственной Думы, чтобы надо развивать институты, надо при Министерстве образования и науки создавать департамент по инклюзивному образованию, надо создавать концепцию развития инклюзивного образования России.